находимся мы в деревне Шакшова Ивановской области. Поэтому смотри, ближе что-то. Да есть что-то. Еще одна, да? Что, граждане экстремалы, наверх кто полезет? Я сейчас не хочу. Нет, я просто доверия к этой лестнице нет. Лыжники-то эти здоровые. Чего? Это дверь, там второй этаж был. Вон, видишь, эти торчат под бревна. Выбоины. Да. Так. Здесь только птички. Да? Того. Все заброшено. Не, здесь, конечно, плохо через такую щель снимать. Так, надо отойти подальше, а то церковь вообще не вмещается. Церквей у нас тут в округе нет. Вот трехэтажная. Я сблизи первый раз вижу. Что-то мне подсказывает, что тут тоже был кладбище. Вот такое ощущение, что могилы разрытые. Старые.
Возьми чуть-чуть сена, дай. Да, да, может она поест. Не бойся. Вот аккуратно. Аккуратно, да. Сена чуть-чуть. Да не бойся. Ну, не важно. На. Понял как? Не бойся, сынок. Ты за кончики бери траву и давай. Вот, побольше бери, не бойся. Конечно. Не рыжая? Не, еще одна. Руку подальше, подальше держи. Вот. Один след? Сейчас взяла. Киска. И тебя погладит, да? Киска. Здоровая лобать, да? Да. Все, слава тебе тоже сейчас. Друг друга приветствует, нюхает. Нас Такая она прямо из-за там взяла. Ну вот и что мне теперь вырезать пол видеозвука, да? Видимо, да.